Дэвид, все ли дети могут обучиться ментальной арифметике, все ли обладают специальными для этого навыками, врожденными, их как-то приобретают? Что нужно для того, чтобы обучаться ребенку ментальной арифметике? На самом деле, при изучении любой дисциплины у ученика должен быть интерес. Специальные навыки не нужны. У некоторых детей есть интерес к учебе, и они могут достаточно хорошо учиться. Если вы спросите, есть ли дети, у которых не получается учиться, я отвечу, есть. Абакус — простой инструмент, но у него есть своя особенность. Каждая верхняя косточка имеет значение в 5 единиц. Маленьким детям сложно понять, почему только одна косточка соответствует цифре 5. Поэтому я могу сказать, что только у маленьких детей могут возникнуть сложности в обучении ментальной арифметике. У обычных детей нет проблем в обучении. Может ли овладеть? Это зависит от нескольких факторов. Первое — это отношение родителей. Если оно позитивное, они хотят, чтобы ребенок овладел, то он обязательно научится. Второе — может ли учитель мотивировать ребенка к учебе? Какой у него темп работы? Бодро ли и энергично проводит он занятия, чтобы ребенку было интересно? Третье — выполняет ли ученик домашнее задание, которое задает учитель? Ведь так ребенок начинает лучше учиться. Только в этом случае обучение будет эффективным.